Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале SoberVision. Сегодня у нас на обзоре формикарий. Этот формикарий называется Питер. И давайте поговорим сначала о его комплектности. В комплекте вы получите сам формикарий, трубочку, предназначенную для подключения к арене, либо для соединения с дополнительными модулями, примерно длина ее 10 см, и комплект перемычек. Давайте поговорим о самом формикарии. Размеры формикария 15 на 9,5. Здесь вы видите, что также практически, как и у формикария каблучок, этот же используется модуль. Здесь три отдельные модуля, которые имеют каждый свою камеру увлажнения. Тест увлажнения вы можете посмотреть на примере формикария каблучок. Давайте теперь я вам расскажу о размерах самого гнезда. Каждая камера имеет размеры 4 на 3 сантиметра. Глубина гнезда 12 мм, и в гипсовой основе это глубина 9 мм. Вы видите, что вы можете подключить этот формикарий как с верхней стороны, так и с двух боковых сторон. Вы можете сюда подключать либо дополнительные модули, либо арены. В общем, думайте сами, как вам лучше это устроить. Теперь давайте посмотрим перемычки, какие в комплекте идут с ним. Не забывайте, ребята, что перемычки находятся в защитной пленке, и эту защитную пленку необходимо снимать. Например, вот так вот. Берете ногтем и сначала с одной стороны отлепляете, и потом с другой стороны также. Здесь также 4 типа перемычек, как и в других формикариях. Значит, во-первых, здесь есть перемычки, которые подключаются сбоку. Это либо без отверстия, либо с отверстием. В отверстие вы вставляете соединительный шланг и подключаете его к другому формикарию, либо к арене. Вставляются они достаточно легко, особых усилий не надо прилагать. Сюда мы можем подключить арену, либо если мы вставим эту перемычку сюда можем подключить арену. Всего в комплекте 3 закрытых перемычки и 3 перемычки, которые имеют отверстие. То есть вы подключаете сами, думаете как. Кроме этого, также вы, когда будете заселять, если у вас колония небольшая, вы перекрываете большой перемычкой вход к другому гнезду, и муравьи не смогут проползти с этого модуля к этому модулю. Кроме этого, есть такая маленькая перемычка, которую вы можете подсоединить после того, когда вы решите, что пора вам расширять территорию гнезда у ваших муравьев. Вы подключаете ее сюда. Единственное, надо снять пленку, потому что с пленкой они туда заходят очень тяжело. Снимаем защитную пленку и подключаем ее в сам формикарий. И теперь муравьи могут спокойно занимать следующую камеру. Ну а увлажнять вы смотрите сами. Вообще, при первом заселении я советую увлажнять 3 мл воды. А в дальнейшем, после того, как уже пройдет неделя, каждую неделю увлажняете по 2 мл. Тот модуль, в котором у вас живут муравьи. Если у вас во всех трех, соответственно, увлажняете все три камеры по 2 мл. Такой получился, ребята, формикарий. Не забывайте подписаться на канал. Более подробную информацию вы найдете в ссылках в описании. Ну и также вы сможете заказать этот формикарий, кроме того, что в группе ВКонтакте, и написав мне на электронную почту. Повторюсь, что все в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.